Германия планирует ввести билет на транспорт за 49 евро по всей Германии. Опять же, он будет действовать, как и билет за 9 евро, только в определенных поездах. Да, вот нельзя будет на ЦЕ ездить, на быстрых поездах. Он будет действовать на региональных поездах. Как и летом этого года, акция за 9 евро. А акция по 49 евро запланирована, по всей видимости, только с весны 2023 года. Она не будет, по всей вероятности, с 1 января. Сейчас в прессе в конце октября, вообще в начале ноября, называются ориентировочные даты 1 марта или даже 1 апреля. Поэтому в Берлине, опять же, вот мы об этом записали другое видео про Берлин, смотрите предыдущее видео. В Берлине будет акция с 1 января по конец марта. Останется акция, которая действует в конце 2022 года. Можно будет дальше покупать как абонемент билет за 29 евро. Но это, опять же, только по Берлину действует эта акция. И для тех, кто получает социальную помощь в Берлине, у кого есть Berliner Pass, тот сможет с 1 января по конец марта 2023 года покупать билеты по 9 евро в месяц. И есть по Берлину на этих билетах. Но опять же, эти акции только на Берлин рассчитаны. Почему, нас спрашивают читатели, почему у Берлина есть свои акции, а почему их нет на федеральном уровне? Я думаю, что это все вопрос финансирования. В Берлине власти заинтересованы в том, чтобы у людей была возможность покупать такие билеты. В других регионах, видимо, власти пока вот считают, что те предложения, которые есть, их достаточно. Но опять же, сейчас все работают над тем, чтобы появился один общий билет по всей Германии в федеральном уровне в 2023 году. Но такой билет, видимо, появится только с весны 2023 года. Ориентировочно, скорее всего, пока вот с 1 апреля 2023 года будет такой билет, и будет стоить он 49 евро. Опять же, не исключена возможность, что этот билет будет дорожать со временем. Что-то введут его в апреле, например, там в мае будет стоить 49 евро. А позже, в течение года, в зависимости от ситуации, он может стать дороже. Но такой билет будет действовать, пока это запланировано, по всей Германии в общественном транспорте.